Привет всем! С вами на связи канал «Сделай сам», и сегодня в этом видео я хочу поделиться с вами одной из своих покупок. Перед вами тормозные колодки от компании TRV. Компания TRV Aftermarket является мировым лидером в производстве запчастей оригинального качества для автомобилей. Они выпускают запчасти для тормозных систем, рулевого управления и подвески. И сегодня я покажу вам тормозные колодки модель TRV GDB1472. Данные тормозные колодки ставятся на передний мост, и сегодня я их распакую и покажу, как они выглядят, что имеется, и мы с вами посмотрим информацию на упаковке, где произведено и так далее. Ну что ж, когда я их купил, они находились вот в таком пакете. Пакет спаян, то есть крепко запечатан, от проникновения влаги защищен, поэтому будем отрезать. Как вы видите, вот коробочка сама. Можно сказать, что по сути это лицевая сторона. Имеются здесь обозначения на колодках, то что здесь датчик, сами колодки и крепежные детали. А вот с верхней стороны коробочки у нас коток. И вот на вот этой стороне у нас находится информация о колодках. Как вы видите, написано, что модель GDB1472, колодки в количестве 4 штук, под какие модели подходят данные колодки, также указан мост, передний мост. Далее мы видим сертификацию и система Lucas. Вот. Что у нас говорится про изготовление, написано, что изготовлено в Европейском Союзе, Made in EU. Вот. Также здесь небольшая информация ТРВ, корпорация, в принципе, и все. Судить о том, что данные колодки являются оригинальными, не китайской подделкой, можно по обозначению на коробке маркировки. Если бы колодки были произведены в Китае, то вот здесь после цифр шла бы маркировка из букв. Насколько я помню, там, по-моему, буква I должна была быть. Или же две буквы еще каких-то. Ну, точно не помню. Но поскольку букв нету, то есть можно судить о том, что действительно произведены в Европе. Вот. Также мы видим защитную такой пленку, защитный логотип от ТРВ. Вот. Ну что ж, давайте мы будем распаковывать. Вот. И давайте мы приступим к обзору. Вот. Перед вами первая колодочка. Маркировка, сертификация, то есть все как полагается. Вот. Идем дальше. Также смотрим. Если мы будем тереть, то мы видим, что на пальце остается немножко черного. То есть можно судить, что колодки в принципе не совсем твердые. Если будут колодки совсем твердые, то будут просто стирать ваш диск. Если колодки более мягкие, то колодки, по сути, должны как бы равномерно стираться и уходить первыми. То есть диск у вас должен прослужить несколько колодок замены. Вот. Ну что ж, идем дальше. Данный комплект тормозных колодок идет на передний мост, дисковый тормоз. И имеют колодки также датчик износа, длина предупреждающего контакта 180 мм. Вот, вот мы сейчас с вами дошли до него. Высота колодок 62,6 мм, длина 131,4 мм и толщина 18,8. Вот такие вот параметры. И вот сам датчик. Ну что ж, также никаких дефектов я здесь не вижу. Вот, что у нас здесь еще имеется? У нас здесь имеется бумажечка какая-то от ТРВ, также паспорт своего рода, указания по безопасности и монтажу, то есть информация о том, что необходимо знать по монтажу и безопасности установки колодок. Вот. Можно почитать, я вам читать ее не буду, пойдем дальше. И
Еще вот такая вот у нас бумажечка идет в комплекте. Также по замене колодок. То есть, вот, как вы можете видеть, что необходимо сделать. Шаг за шагом все расписано. Вот. Поэтому, если у вас есть желание и время, вы согласно данной схеме можете сами произвести замену колодок. Вот. Ну что ж, компания, также хочу сказать, ТРВ является действительно одним из лидеров тормозных систем. Выпускает качественные оригинальные продукты, на рынке работает давно. Вообще компания была основана в 1901 году, поэтому, как вы можете сами судить, за столько лет компания действительно наработала большой опыт и имеет представление о том, как производить качественные товары. Ну что ж, вот такой вот был обзор тормозных колодок. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите, задавайте. Спасибо за то, что смотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. До свидания.